вас за молитвы. Поздравляю с праздником в честь святого Яна Златоуста. И я хотела вот, владыка, к вам, к матушке обратиться, поприветствовать вас. Для нас большая радость и особое благословение посещение нашей обители. Интересно, что у нас есть один общий покровитель святой. Это святой благоверный князь Александр Невский. А святой благоверный князь Александр осветил Нижегородскую землю своей блаженной кончиной, перед которой он принял постриг в Городецком монастыре. Насколько я знаю, в Нижнем Новгороде есть храмы, посвященные святому благоверному князю Александру. У матушки Сергии в обители также есть храм, посвященный святому благоверному князю Александру Невскому. И этот святой также является и нашим небесным покровителем. И я хочу, дорогой владыка и матушка Сергия, пожелать, чтобы святой благоверный князь Александр был помощником и заступником вам в ваших трудах. И, дорогой владыка, примите от нас вот эту просфору, освященную во время божественной литургии. Примите, просим святых молитв, и также владыка Евгения. Мы хотим преподнести вам эту просфору. Многое благодарит вам, дорогой владыка, благодарим от себя.